Моргенштерн отпиздил Хованского на концерте в Сербии за его гнилой базар. А, ну от постанова, я понял. Столова лютая. Это как с боем этого Милохина, да? Давай, давай, давай! Этот от воздуха упал, там уже, наверное, откинулся, печень отвалилась. Ля-ля, груша валяется. Что-то там вопит. И Моргенштерн прям на сцене обронил пивную бочку. Все, хорош, хорош. Убери, убери, бро. Убери, бро. Ой, не, может быть, они там стримят, может быть, они там что-то еще делают, треки исполняют, но как актеры, конечно, ну хуй вообще, реально, бесконтактный бой, да, тут им, конечно, бы не помешало еще потренироваться. Хесче ЕКН и личку после стрима. Еще вчера скинул инфу про завтрашние демонстрации в Нью-Йорке, которые посвящены двум годам.